Всем привет! Мы находимся в городе Нью-Йорк, это район Манхэттен. В Нью-Йорке вообще много чего интересного, но есть одно, что выделяется очень сильно. Это вот эти штучки стоят. Что это такое? Объясняю. Раутер, Wi-Fi раутер. Город отдает бесплатный интернет вот таким способом. На экран выводится вся информация. Это может быть реклама, это может быть какие-то результаты по спортивным видам. Это может быть задержки метро, это может быть прогноз погоды, все. Есть кнопка вызова 911 и набор телефона номера. Там, я не знаю, можете позвонить 50 штатов абсолютно бесплатно. Также есть вход для наушников и две USB зарядки для телефона. Интернет очень мощный. Очень высокоскоростной интернет. Задумка города была такая. У нас стояли раньше телефон-автоматы. Решили заменить на такие штучки. Всего планируется 7500 раутеров установить по городу, по всем 5 районам города. В принципе, все работает, никто не разбивает. Ребята, приезжайте в Нью-Йорк, оставляйте свои деньги у нас, а мы будем на эти деньги ставить такие штучки.